Всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на рубрику Ингвар Ньюс. Что в этой рубрике мы будем делать? Правильно, мы будем рассматривать всякие лего-новиночки, и может даже быть не только лего-новиночки, да? Сегодня я вам хочу показать много разных наборов, очень много материала, много фоточек. Конечно же, я бы вам показал бы и еще наборчики новые, но не могу, потому что там стоит штампик, за который я могу получить. Потому что там написано «Конфиденциально». Если YouTube и прочие люди увидят, что я это снял, мне будет вот так. Я этого не хочу, и вы тоже этого не хотите. Все. Значит, сейчас я вам покажу много наборчиков. Может, вы уже это видели, может, нет. Но Ингвар вам все покажет, расскажет, доложит, даст советы и все такое. И будет вообще замечательно. Сегодня я хочу показать наборы Toy Story 4, истории игрушек 4. Новые мини-фигурки, Бэтмен наборы, Star Wars и прочее. Все перечислять не буду. Вот, сами сейчас все увидите. В общем, давайте перейдем и мы начнем с истории игрушек 4, который скоро выйдет в кинотеатре. Да. Летом, если не ошибаюсь, или весной, точно не помню. Но, в общем, первый наборчик, получается, здесь у нас такая каруселька. Здесь у нас имеется 4 мини-фигурки, ну, может, 4,5, потому что это такая, как птичка, не птичка, что-то типа такого. Получается, у нас аттракционы. Здесь, как я понимаю, в этой серии, так сказать, под серию Toy Story 4, они еще переделают старые наборы. И мы это сейчас все увидим, это очень прекрасно. Я вам даже скажу, что я буду даже из этого брать. Да, то есть вот эта мини-фигурка у меня есть, потому что была в серии. Вуди я бы взял бы, как мини-фигурку, если было бы в серии мини-фигурс, но, увы. В общем, мини-фигурки здесь, в принципе, хороши. Каруселька, в принципе, тоже выглядит неплохо. Здесь у нас такие машиночки. Даже есть вот эта запчасть, которая, так сказать, помогает отлепить от одну от другой. В принципе, наборчик неплохой. То есть вот у нас такая коробочка. Вот здесь у нас новые герои, это вроде бы где самый первый трейлер был, да, и здесь они вот так вот изображены, и получается здесь у нас 1, 2, 3, 4, тогда 5 мини-фигурок получается, ну как бы 3 мини-фигурки и 2 таких как бы мягких игрушек, то есть в принципе наборчик ничего так, то есть это А4+, да, то есть получается у нас здесь будут такие покрупнее запчасти, и, наверное, цена будет около 40 евро, 35, вот сзади у нас вот так вот, в принципе, да, вот у нас все мини-фигурки, пушка, аттракционы, ну в принципе, для детей такой наборчик неплохой. Вот это уже знакомая запчасть, мы уже видели по Unikitty наборчик, да, Lego Movie 2. В принципе, хорошенький наборчик. Следующий набор у нас вот такой, сразу же уже задняя часть коробки. У меня тут будет временами тудым-сюдым, не разбериха, потому что очень много всего, я не знал, как тут это самое сделать, поэтому вот как-то так вот получилось. Да, может, в следующий раз как-то получится получше. Получается, у нас здесь опять же развлекательная тема. Здесь у нас домики. Тоже здесь такая у нас горка. Это у нас принцесса или новый герой, или я, может, чего-то не помню, забыл, или это по новому мультике у нас будет. Опять у нас здесь Buzz Lightyear, да, To Infinity and Beyond, как-то так, вроде бы, давненько смотрел, да, получается у нас здесь Скунс машинка, в принципе, наборчик, ничего, так вот все, что у нас имеется, 3 мини-фигурки, но не знаете, сравнить первый набор и этот, то, наверное, первый лучше брать, потому что вот эти мини-фигурки встречаются, это как бы... другая, но, в принципе, наборчик даже ничего, но не знаю, вот, я бы, наверное, не брал бы, потому что тоже он А4+, и, ну, как бы он дополнит ту тему, но, а стоит ли брать, вот, я даже не знаю, хотя это вроде бы вот эта мини-фигурка, да, видимо, она раньше была, но, в общем... Вот у нас еще одни аттракционы. Это уже подойдет вот этот набор к нашему первому, что я вам показывал. Это лучше брать. Здесь у нас есть инопланетянин и Buzz Lightyear. Как раз у меня эти мини-фигурки и есть. Они были в серии мини-фигурс. Да, и мне этот набор не стоит брать, потому что у меня есть мини-фигурки, а здесь всего лишь стоит брать из-за вот этих, так сказать, аттракционов, качелек. И как мы видим, это тоже набор 4+. Да, получается, у нас здесь достаточно наборов будет для маленьких, так сказать, детишек. У нас в принципе ничего так, здесь у нас вот эта тема имеется, ну и как бы, наверное, хорошо, потому что как бы здесь можно катать, тот первый набор взять, и вообще будет классный такой парк аттракционов, думаю, нормально.
Еще один набор 4+. Вот не знаю, почему они сделали 4+. Как бы это потому, что Toy Story 4, хотя это очень странная логика будет, да? Toy Story 4, давай сделаем все наборы 4+. Вот, может потому, что детский мультик, и поэтому решили все сделать это. Я вот не помню, дальше наборы у нас идут, так сказать, для больших возрастов или нет. Но здесь у нас есть вот такие вот мини-фигурочки. Это ложка или вилка, я точно не помню. Или ложка. Не, вилка, вилка, все-таки вилка. Да, в трейлере видели. Потом ковбойша, имя я, к сожалению, не помню. Но, в общем, неважно. Рекс у нас здесь. Вот Рекс выглядит вообще идеально, мне нравится. Я бы хотел бы просто вот взять Рекса и иметь, и все. Могли бы вообще сделать там Potato Man, сделать там собачку, всех этих сделать. Вообще классно было. То есть, в принципе, наборчик этот, наверное, стоит брать из-за мини-фигурок. Это раз. И, в принципе, машинка даже ничего так выглядит, потому что что-то внутри у нас имеется. И как бы такая вот построечка. Ну, в принципе, это стоит набор брать. Цены я не буду говорить, потому что я не знаю. Я могу только гадать. А вымышленные цены вам, наверное, неинтересно, так сказать, услышь, потому что я могу ошибаться. Это будет, наверное, 30 евро. Здесь, наверное, все наборы будут стоить 20 евро. Минимум какой-то будет, а так 35, 30, 40, 50, вот так вот. Дальше вот этот набор, который должен стоить 10 евро, это идеальный набор. Мне он очень нравится, я его с удовольствием возьму. Но я надеюсь, что он у нас будет продаваться хоть где-нибудь, потому что здесь есть Вуди, у меня такой мини-фигурки нет. Здесь у нас есть солдатики, вообще прекрасно. Вот солдатики сделаны прям вообще прям в точку, как вот прям как надо. Машинка есть. Тоже прекрасно, это уже они переделали с прошлых, так сказать, наборов, это вроде бы первый мультик. Вообще, очень прекрасный, интересный такой наборчик, 10 евро будет стоить. Я, естественно, с удовольствием его возьму, да, это 4+, а может даже он будет не 10 евро стоить, а 12-15. Ничего страшного, стоит брать набор, потому что здесь как бы а-ля 4 мини-фигурки, 3 масюсенькие и одна большая. Идеальный набор, рекомендую брать. Да, он будет 15 евро стоить, потому что коробка чуть другая, но набор хороший, поэтому 4 получается, да, все наборы 4+. Да, и это тоже 4+. Странно, да? Здесь у нас также такая, что-то такая адская тема. Получается какой-то новый герой. Здесь ты можешь катать их на мотоцикле, на машинке, прыгать через такой огненный трамплин. И, в принципе, такая тоже тема неплохая. Как бы набор, в принципе, по истории игрушек неплохие. Может, вот только один там не очень, да? А остальные, в принципе, да даже все, если уж не брать тот набор, который говорил, что может быть не очень. В общем, по историям игрушкам наборы даже ничего. Вообще, хорошие, рекомендую брать, особенно самый маленький. Дальше перейдем к новым мини-фигуркам. Мы уже видели такую серию. Это у нас LEGO Minifigures Disney. Только уже серия вторая. И что могу сказать? Здесь очень много есть хороших мини-фигурок. Да, очень много. Давайте вот отсюда и начнем. Как бы вот такая упаковочка, они вот так вот будут выглядеть. И цвет такой, в принципе, был. Мы уже видели. Может, только оттенок отличается. Но здесь кто у нас имеется? Здесь у нас имеется по, так сказать, Дональдсы. Так сказать, Дональд Дак и вот это все комиксы, да. То есть дядюшка Скрудж и его, так сказать, племянники. Вот эти я мини-фигурки обязательно возьму, потому что это обалденная компашка. Здесь у нас есть Frozen, Микки Маусы, даже есть этот IDS наборчик, то есть они оттуда взяли, не буду брать. Дальше есть у нас Аладдин, в принципе, Жасмин можно было бы взять, вот, потому что она выглядит неплохо. Вот, но я точно, наверное, не буду брать. Потом у нас здесь по монстрикам каким-то мультик есть, Геркулес, если я не ошибаюсь, в принципе, я мультик смотрел и... Блин, ну, наверное, не буду брать. Дальше вот эти по суперсемейке и бурундуки. Наверное, я вот возьму вот эту компашку и вот эту, потому что выглядит очень неплохо. Вот, такие у нас мини-фигурки, 18 штук. Здесь у нас есть несколько наборов по LEGO Movie 2. Да, только я нашел вот такие... такие вот я нашел изображения, как бы в группе ВКонтакте, я само собой все это ищу. В принципе, это было на выставке, это все было известно, понятно. Просто не было официальных, так сказать, фоточек, как вы будет выглядеть, как в виде коробки, так сказать, да. Здесь у нас получается какое-то ледяное королевство, что-то типа этого. Мультики я еще не смотрел, поэтому не спойлерите. Да, здесь у нас достаточно мини-фигурок и как бы таких сборочных фигурок. Да, то есть получается у нас сборочные раз, два, три.
И получается, это у нас какой-то злодей, не злодей, вампир, что-то такое. Здесь есть две нормальные минифигурки, три минифигурки нормальные, да, это даже четыре сборочные юникити еще. Адская, ну, в принципе, наборчик, наверное, ничего, так вот. Я как не смотрел, поэтому даже сложно сказать. Дальше у нас вот такой набор есть, который я с удовольствием возьму, если только получится. Потому что это уже не дабл кауч, да, дабл декер кауч, вроде бы так говорится по-английски, а трипл декер кауч, если так. То есть диван не двухъярусный, а трехъярусный диван. Потом будет Лего Муви 3. Более четырехъярусный, да, или что-то типа этого. Не знаю, почему они такое сделали. В мультике, видимо, там все, так сказать, рассказывалось и делалось, почему что чего. И поэтому, наверное, вот до такого и дошло. В общем, я хотел двойной взять, двойной у меня не получилось, потому что нигде у нас не продавался. Я надеюсь, что получится тройной взять. То есть это у меня вторая попытка взять этот набор. Здесь у нас есть, в принципе, хорошие мини-фигурки. Эммет есть у меня. Вот новый герой. Да, и Юникити вот в таком виде. Почему бы и нет? Поэтому рекомендую вам брать. Набор будет стоить где-то 20-18 евро. Поэтому, ну, рекомендую брать, потому что, ну, необычная тема. Да, просто диван, но за то, что означает этот диван. И еще один набор. Здесь вот вообще какое-то царство, королевство. Здесь у нас, как я понимаю, достаточно мини-фигурок. Даже есть это мороженое, которое у меня есть. Сборочная огромная фигурка, я вижу. Потом у нас здесь даже Бэтмен есть. И вот это даже я плохо рассмотрел Бэтмен. Что-то можно отсоединить, получается, как тарелка летающая. Да, то есть это какая-то типа аттракционы, что-то типа такое космическое, какое-то царство, что-то такое. Но выглядит, в принципе, даже интересно, но по цене будет прям по самой. Но, в общем, вот такой наборчик. Теперь давайте перейдем вот к этой теме. Это у нас получается из Леголенда, что-то типа вот этого, если я не ошибаюсь, вроде в Леголенде это имеется. То есть это у нас такие динозавры, если здесь будут такие изображения, в реальности они сделаны из лего-запчастей, масюсеньких, в большом, так сказать, масштабе, а здесь они, получается, нам уменьшили, и вы можете купить вот такой наборчик, три динозавра, а там такие есть три динозавра ростом, не знаю, 3 метра 4, а здесь они у нас уменьшили в масштабе. В принципе, набор и идея неплохая, потому что, ну, блин, хочется такого динозавра иметь. Выглядит, в принципе, даже очень хорошо. Вот, но цена, конечно, даст о себе знать. Здесь, получается, у нас такой есть динозавр, потом здесь у нас такой динозавр и механический динозавр. Да, и вот о чем я говорил. То есть это, получается, в Леголенде, или в Легодом, Легодом, да, House, Home of the Brick, да, то есть такой дом где-то построен в Дании или где-то, точно не помню, вот, вроде еще в Лего-каталоге об этом говорилось, в общем, это сделано из 5, нифига себе, сколько тут конструктора понадобится, то есть, в реальности они вот так выглядят, очень огромные, а нам решили, это, кстати, кто хочет таких динозавров только в маленьком виде, вот, покупай наборчик, и будет класс, то есть, в принципе, это неплохая тема, почему бы не взять 10+, и, блин, динозавры, это обалденная тема, и выглядит даже очень достойно, да. Теперь следующая тема, это у нас новые наборы по Бэтмен. Здесь опять же есть наборы 4+, или 6+, вроде 4+, да, 4+, и есть вроде бы такие, так сказать, уже для взрослых, так сказать, детишек, да. 4+ набор, Джокер, Харли, Куин, Бэтмен и полицейский, вертолетик, замок такой, Arkham Asylum в маленьком виде. Наборчик хороший, почему бы не взять, хорошие мне фигурки, и цена, в принципе, не должна так кусаться, то есть 30 евро, наверное, будет стоить, поэтому, в принципе, достойный наборчик, могу вот только так сказать. Следующий наборчик, это уже вроде бы не 4+, да, не 4+, это уже 6+, да. Здесь у нас получается Робин, Бэтмен и Мистер Фриз у нас имеется. Здесь, наверное, этот, так сказать, Бэт-машина, что-то как-то так называется, наверное, будет отсоединяться, потому что, как мы видим, они вдвоем сидят, и, наверное, потом можно их рассоединить. В принципе, неплохо, и, наверное, тоже будет 35 евро где-то стоить, поэтому, не знаю, где-то такое видано-не видано, но, наверное, неплохо выглядит и стоит брать, если у вас такого набора нет, поэтому
Вот как-то так. Следующий, вот этот набор мне понравился чем? Здесь 4 мини-фигурки, вертолетик, полицейская машинка, Бэтвинг у нас имеется. И как бы, что мне здесь понравился набор, вот эта вот полицейская машина, она выглядит классно. Если вспоминать наборы и игры Бэтмен, то там полицейские машины, они правда выглядят интересно, если я не ошибаюсь. Вот как в первой части Бэтмен, да, они выглядят очень интересно. И вот эта вот полицейская машина, она отличается как в Сити. Вот, а так, если у вас нету Бэтвинга, то берите этот набор, а если у вас есть, ну, не знаю. Они как бы стараются, как я понимаю, с каждым годом все лучше и интереснее сделать, и чтобы что-то отличалось. Вот особенно вот здесь у нас получаются новые, так сказать, пуляющие темы, да. И я не знаю, наверное, хороший набор, как бы, я не знаю даже, как тут сказать, но... И за полицейской машины я взял, потому что она выглядит хорошо. Дальше вот у нас вот такая тема. Бэтмобил. Уже не раз такое мы видели. Тут Бэтмен и Джокер. Всякие плюшки есть для переда. Сюда получается заменить и пулять он будет чем-то. Здесь у нас получается это типа как пушка, не пушка. Да, это пушка у нас имеется такая. В принципе, не раз видели. Будет цена, наверное, 50 евро. Я даже не знаю, стоит ли это брать. Не стоит, потому что уже не раз видели. Получается, каждым разом его улучшают. И как-то я не знаю даже. Вот тут уж сложно сказать, а нужно ли это брать. Вот. Но если у вас нет, само собой берите. А если есть, то, наверное, предыдущие были лучше. Я вот так могу сказать, потому что я помню. Плюс-минус. Но, ну, не знаю. Вот тут даже вот сложно сказать. И последний набор. Здесь у нас получается база Batcave. Да, база Бэтмена, если я не ошибаюсь. Да, получается, у нас здесь есть Бэтмен, Робин, Two-Face. Нифига себе, по-другому вообще выглядит. Не, как-то он выглядит, не знаю, странновато. Я помню прошлых Two-Face, и он выглядел лучше. Даже если у нас Catwoman. И, конечно же, так сказать... А, это Брюс Уэйн. А, я подумал, это помощник Бэтмена. Но, в общем, набор очень здоровый, потому что 1000 запчастей, как мы видим. И Clayface мы уже, в принципе, видели в Лего Муви. Не в Лего Муви, в Бэтмен Муви. И он выглядел там в 100 раз лучше. Не знаю, вот эта построечка, фигурка сборная, может как-то, ну, ничего так, наверное. Но, как по мне, с Бэтмен Муви выглядит в 100 раз лучше. Здесь база такая, в принципе... Почему бы нет? Фигурки у нас тут есть аж целых 6. Еще и Бэтмен. Бэтмен шестиколесник, так скажем. Наверное, ничего, так как бы набор, но по цене тоже будет по самой, поэтому, не знаю, вот этой построечки вот как-то, не знаю, все портит, я думаю. Вот он не нужен здесь, как-то, я думаю. Да. Ой, это обалденная тема. Star Wars у нас подходит, так сказать, постепенно к концу наш, так сказать, разбор. Пошло очень много, да, на болтаю на 25 минут, наверное, но что поделать. Как бы я специально коплю, чтоб... Ух, здесь у нас вот такой будет UCS, как-то вот такая UCS, или как-то называется, что очень здоровые, масштабные Star Wars корабли. Там были уже и TIE Fighter, и этот самый Slave One, вроде бы Slave One был, и прочие корабли в очень большом масштабе. И здесь у нас будет Тантив 4. Корабль мне нравится, он классно выглядит. Здесь у нас будет 6 мини-фигурок. И, блин, цена будет очень обалденно, но я бы хотел бы, конечно, его иметь, но не получится, потому что очень будет дорого стоить, и вряд ли у нас будет продаваться, а так выглядит очень хорошо. И у меня есть такой кораблик из серии, там, где у нас есть планеты, и выглядит он вообще классно. Вот он, наш Тантив 4, все как в фильме, детально сделан, 6 мини-фигурки. R2-D2, принцесса Лея, C-3PO, эти, так сказать, солдаты, и вот этот пилот получается, и можно ноги поменять принцессы Леи. Здесь у нас получается какой-то стоящий груз, и выглядит корабль, ну вау, ну шикарно выглядит. Поэтому, если у вас есть денежки, конечно, здесь только у кого денежки есть, может купить. Выглядит очень хорошо, потому что, блин, здесь еще тоже детальненько все сделано. Вот здесь два пилота сидят. Детализация хорошей фигурки. Вот или было, просто я не особо замечал. Но, в общем, фигурки вот столько, может, можно было бы и больше. Но, наверное, хватает. Само вообще прям не фигурки важны, а сам корабль, как он выглядит. Переходим дальше.
А дальше что у нас имеется? Имеется у нас вот эта вот книжечка. Новая книжечка, как мы знаем и помним, 20 лет Star Wars, да, то есть Lego Star Wars юбилейчик 20 лет, как делают наборы. И здесь у нас получается такая очередная книжечка с эксклюзивной мини-фигуркой. Принц, это получается с двух сторон лицо они имеют в виду. Здесь у нас Финн, если я не ошибаюсь. Здесь у нас получается книжечка по всем, получается, наборам Star Wars, все, которые были, как я понимаю. У меня одна есть книжечка по Star Wars. Вот она вот так вот выглядит, поэтому как бы, наверное, надо брать, потому что там можно много чего интересного увидеть. Да, дальше у нас Star Wars еще вот такая тема есть. Не знаю, вы такое видели или нет, но я такое как увидел и такой подумал, ну, может быть, даже стоит взять, хотя, может, не нужно, но это еще все под вопросом. То есть у нас здесь бюст Дарт Вейдера. Мы знаем, что делают бюсты всякие, такие, как бы, отливают специальный из какого-то материала и продают там по $200 и всякое прочее. А тут уже в Лего. В виде всякие самоделки я видел в интернете, и тут сами леговцы решили такую тему сделать. Бюст Дарт Вейдера. И выглядит даже очень-то и неплохо. Вот, чуть поторопился. Выглядит неплохо. Цена, наверное, будет, не знаю, 40 евро, 50. Может, это слишком загнул, но 30 евро максимум я дал бы. Но как будет, так будет. Но выглядит даже неплохо. Да, почему бы на полочку не поставить вот бюст Дарт Вейдера, как бы нормально выглядит. Дальше, здесь я, получается, набора еще не видел. Здесь только артикул, название набора, количество запчастей и цена. Получается, у нас есть какой-то Kylos Shuttle. Какой-то шаттл у нас будет за $130, 1005 запчастей. Какой-то такой, получается, корабль огромный. И, значит, наверное, 5-6 фигурок. Очередной Millennium Falcon. Это, получается, на 20-летие. $160, 1350 запчастей. У меня Falcon есть. Это, получается, какой Falcon будет? Мы помним один, мы помним вроде бы два, мы помним три. И это четвертый, и есть большой пятый, самый большой. Это уже шестой Millennium Falcon. Чем же он будет отличаться? Вот мне интересно. Или они хотят сделать, как раньше был, как-то упростить. Вот мне просто интересно, что из этого получится. Но как-то, а нужно ли делать очередной Millennium Falcon? Фиг его знает. Просто надо посмотреть, как он будет выглядеть. Пока картинок нет. Потом у нас за $200 есть Boost Droids, R2-D2, Gong и Маус. Я даже вообще не представляю, что это. Битва какая-то где-то на какой-то постройке, возможно. Потом AT-ST, это у нас получается шагоход двухногий. И Йода, $100. Вот Йода меня очень заинтересовал. Это получается не бюст, а это получается, наверное, сборочная огромная фигурка Йода, вы понимаете? Вот такой Йода может быть за $100 или 100 евро. Это обалденная тема. Если это будет о том, о чем я думаю, то это будет прекрасная тема. Само собой, я бы хотел бы купить, потому что это, ну, обалденная тема. И, наверное, каждый хотел бы иметь Йоду. Наверное, он будет со световым мечом. Даже не знаю, как он получится в итоге, но если о том, о чем я думаю, будет супер. Ну, а если это просто бюст, то я даже не знаю, за $100 бюст... Как-то очень странно. Это просто такая информация. Это вроде бы не фальшивка, это все настоящее. Просто нет картинок. И еще у нас наборы $20, 160 запчастей. Маленькая, так сказать, локация какая-то игровая. Потом A-Wing корабль 30 евро. Вроде бы у меня такой есть. Опять хотят они его переделать. I-Wing $70. Опять его хотят переделать. Что-то можно переделать, даже не знаю. И спидер у нас имеется. Тоже что-то хотят переделать. Но, в общем, и вот эксклюзивчик вроде бы для Кореи, Японии, точно не помню. Вот куда-то вот туда. Да. Здесь у нас получается база Мстителей. Да. Вот она вот так вот будет у нас открываться. Здесь вроде бы никаких спойлеров как бы и не должно быть. Но если тут есть, я не знаю, я не вижу никаких спойлеров. Получается, это, да, база Мстителей. Мы знаем, что у них новые костюмы. В трейлере нам показали. Сливали фотки. Мы типа думали, это что, чего. Все нормально, в трейлере показали. Получается, здесь ты можешь поставить вот сюда мини-фигурки. Устроить что-то такое. Вот у нас здесь Avengers. Получается, это эксклюзивчик для вот Востока. Там Японии, Кореи.
Кореи, я точно не помню, вроде Японии. Вот как бы вот столечко фоточек. Ну и вот мы рассмотрели все наборчики, которые хотел вам показать, которые можно вам показать. Я надеюсь, вас не загрузил, потому что видео идет около 25 минут. Наверное, это хорошо или плохо, но такие видео будут выходить редко, потому что, конечно же, новые наборы выходят не так часто. И чтобы такое накопить количество фоток и вам все показать, тоже как бы надо время. Поэтому я буду копить, чтобы вам, так сказать, выдать по самой много всего, и все будет прекрасно. Так что я это все ищу в ВКонтакте, там в группах, все себе забираю и потом, так сказать, вам показываю. Наборы есть разные, есть которые мне понравились и буду точно брать, но только вопрос, смогу ли взять, будет про нас продаваться или нет. А есть наборы, которые вот по Star Wars они хотят переделать, и вот как они будут, лучше выйти или нет, это уже отдельный вопрос. И очень вот такой вот, не знаю, вот такая вот интересная тема — Йода. Йода и $100. Вот это вот что означает Йода, $100, и что это? Вот сборочная фигурка или что-то другое? Вот мне просто интересно, просто написали Йода и все. Вот как-то вот так, много всего рассмотрели, ждем новые фоточки. Еще не лето, много чего вам покажу, особенно Сити я знаю, все наборы, там космическая тема Сити, просто показать не могу, потому что там есть вот этот вот штампик, но когда не будет этого штампика и будут официальные фотки, обязательно вам покажу. Все, увидимся в новом, так сказать, видео Ingvar News. Я буду заканчивать, спасибо, что посмотрели, надеюсь, вы досмотрели все-таки до конца, напишите, да, я досмотрел в комментариях, и, в общем, буду заканчивать, спасибо, не забывайте подписываться на канал Ingvar Play, ставьте пальцы, комментируйте, рассказывайте всем, чем больше нас, тем лучше, и я пойду, всем спасибо, всем удачи, всем пока.